А можно написать поминальный вечер? Вечер памяти. Нет, нужно написать конференцию. Тогда. В эти дни все человечество неотрывно следило за событиями, которые разворачивались здесь, в Москве, в театральном центре на Дубровке. Что это такое? Вечер памяти хотим устроить. Давайте не будем расходиться и дойдем до конца. Че, не по-русски, что ли, говорю как-то? Ну что сидеть, ковыряться? Пошли отсюда. Вот прямо сейчас все встали и вышли из зала. Вырубай на свет. Ты зачем собрала этот вечер памяти? Зачем ты всех расспрашивала? Ты когда перестанешь нас мучить? Быстро пошла отсюда. Люди не хотят помнить. Люди хотят жить дальше. Такой.